Тюркский совет изменил название, об этом договорились главы государств во время 8-го саммита, он проходил в Стамбуле. Накануне в Турцию прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сегодня он принял участие в заседании совета высшего уровня. В нем также участвовали лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана. Во время выступления Токаев определил направление, по которым тюркоязычным странам необходимо налаживать совместное сотрудничество. Среди них освоение информационных технологий, развитие новых видов энергии и снижение воздействия на окружающую среду. Подробнее об этом, а также о том, что даст переименование международной организации, расскажет Иван Тулинов. Это вторая совместная работа глав тюркоязычных государств в 2021 году, но первая в очном формате, что говорит о важности объединения для стран. Значимость организации подчеркивает и новое здание секретариата ССТГ. Главы государств приняли участие в его открытии. Из-за пандемии личные встречи между лидерами стран были ограничены, накопилось много работы. После открытия здания секретариата и торжественной церемонии приветствия главы государств собрались за одним столом. 8-й саммит Тюркского совета проходит на одном из принцевых островов, а именно на острове демократии и свободы. Такое название он получил в память о военном перевороте 60-го года, первом в истории Турецкой Республики. Чтобы добраться до этого острова, нужно пройти около 20 километров по воде. При нынешнем президенте он получил новую жизнь, и проведение события, тем более такого высокого уровня, подчеркивает особую значимость этого места для всего турецкого народа. Каждая страна для проведения подобного события выбирает место, имеющее особое значение. Для Турции этот живописный остров – символ борьбы за независимость. В своей речи президент Казахстана отметил особый статус этого места. Хочу отметить важное историческое событие, связанное с Аднаном Мендересом, который приветствовал тысячи казахстанских семей, прибывших на эту землю. Он был видным государственным и общественным деятелем в 50-60-х годах прошлого века. В течение 10 лет был премьер-министром Турецкой Республики. Эта встреча, проходящая на этом острове, имеет прямое отношение к судьбе политического деятеля. Я от имени казахского народа выражаю искреннюю благодарность всему турецкому народу, отдавая дань уважения памяти Аднана Мендереса. Во время видеообращения почетный председатель Тюркского совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отметил, весь тюркский народ объединен историческими корнями и общими интересами. Хочу поблагодарить глав государств за поддержку двух предложений, которые я выдвинул 2 года назад в Баку. Во-первых, разработан и принят стратегический документ «Перспективы тюркского мира 2040». Данная концептуальная программа определяет цели организации на долгосрочную перспективу. Во-вторых, с сегодняшнего дня наше объединение называется «Организация тюркских государств». Надеемся, что этот шаг выведет на новый уровень продвижения взаимодействия между нашими странами и придаст новый импульс реализации миссии организации. Таким образом, принимаемые в Стамбуле решения должны оказать существенное влияние на активизацию многогранного сотрудничества братских государств. Второй год председательства в организации принадлежит Азербайджану. Участники заседания отметили, эта страна внесла свой вклад в ее развитие. Тюркоязычные страны одними из первых отреагировали на пандемию и договорились о совместных действиях во время чрезвычайного саммита. Официальный Баку также способствовал тому, чтобы Туркестан стал духовной столицей тюркского мира. А проблема в Нагорном Карабахе нашла решение, которое поддержали в ООН. Теперь же, по мнению членов организации, настал новый этап интеграции. На сегодняшнем заседании будут приняты положения о сотрудничестве Тюркского совета с заинтересованными сторонами. Считаю это своевременным документом. Страны, которые в будущем к нам присоединятся в качестве наблюдателей и партнеров, безусловно, придадут новый импульс развитию тюркского мира. В этом году к организации присоединился Туркменистан. Пока страна участвует в качестве наблюдателя, таким образом удалось объединить все тюркоязычные страны.
Президент Казахстана озвучил направления, в которых совместная работа позволит добиться лучших результатов. Касым-Жомарт Токаев призвал к сотрудничеству в сфере технологий и использования новых источников энергии, в частности, водорода. Значение водородной энергетики растет. Международное сообщество считает его новым видом чистого топлива. Мы для развития этой отрасли создали специальный центр и приступили к изучению международного инновационного опыта. В Казахстане есть большие возможности для создания промышленного кластера зеленого водорода. У страны достаточный научный потенциал, есть квалифицированные кадры. В этой связи предлагаю мобилизовать главные научные учреждения наших стран и создать международный научный консорциум. Обмен опытом может также произойти в рамках темы нынешнего саммита, которая звучит как «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху». В Казахстане опробованы проекты, связанные с IT-решениями, и стране есть что предложить партнерам. В Казахстане внедрена система умного города и реализуется ряд проектов. Благодаря этому смертность от дорожно-транспортных происшествий и аварий снизилась на 60%. Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Казахстан разработал национальный проект цифровизации. Он предусматривает внедрение передовых технологий в управление городами. Необходимо усилить сотрудничество наших IT-компаний в рамках проектов «Умных городов». Основная часть работы саммита затрагивает экономику стран-членов организации. Порядка 70% вопросов касаются экономического сотрудничества, а также логистики и транспорта. Все больше встреч на высшем уровне возвращаются в привычный очный формат. Нынешний саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств организован в Стамбуле. Хотя связь и поддерживалась в онлайн-формате, на взаимной работе это не могло не отразиться. Просели некоторые показатели, самый заметный из них – товарооборот, который в прошлом пандемийном году снизился на 11%. Нынешняя встреча в Турции – повод наладить работу не только в экономическом плане, но и в культурном, а также гуманитарном. Председательство в организации переходит принимающей стороне – Турции. По итогам работы будет принята Стамбульская декларация, в которой отражены все сегодняшние решения. Также сотрудничество будет закреплено двусторонними договорами. Участники встречи отметили, принятые в Стамбуле инициативы позволят укрепить братство всего тюркского мира. Иван Тулинов, Жандос Битабаров, Бахытбек Нуртаев. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Турция, Стамбул.